Всем привет! Давно я не выходила в прямой эфир, и сегодня эфир будет такой максимально простой, называется «Распаковка». Так, мне тут кто-то собирается позвонить. Распаковка. Сегодня я расскажу о том, что мне пришло буквально вчера. Начнем мы с детских витаминов. Лопутоп. Такое интересное название. Что у нас тут? У нас тут все основные витамины, которые нужны ребенку. Это витамин А, В, Д, С, Е, ПП, фолиевая кислота. По вкусу очень похоже на аскорбинку. И самое интересное, это цена этого продукта. 220 рублей. Поэтому он такой дефицит, он то появляется, то пропадает. Мы его ловим с партнерами вообще каждый день. Дальше, что у нас тут? Крем для лица обновляющий. Я, кстати, очень давно хотела его попробовать. Это крем с Q10, витамином Е и маслом семян граната. То есть стоит он в районе 600 рублей, но, говорят, очень хороший по качеству. Дальше у нас крем для проблемной кожи. Сегодня в сторис я про него рассказывала. Я его для себя открыла буквально недавно. Почему? Потому что у кого жирная кожа или проблемная, он оказывается таким спасением, то есть... Он очень матирует кожу. Он с пребиотиками, серой и экстрактом магнолии. Посмотрите, я скоро еще выложу пост про него, подробнее распишу состав. Да, стоит он 600 рублей всего, экономичный расход, но очень хорошо ложится на кожу. То есть и кожа такая после него матовая-матовая. Вот это мое открытие этого месяца. Так, пошли дальше. Что у нас тут? О, ну опять детский сироп. Если у вас дети, например, не могут есть капсулы и таблетки, вот это будет ваше спасение. Дина витамина. Этот сироп с 12 витаминами и 3 микроэлементами. То есть он очень вкусненький на вкус и удобная форма применения для тех, кто не любит таблетки и капсулы. Все витамины в одном флаконе для вашего ребенка. И ребенок не болеет. А это самое главное. Так, вот это у нас ЭПАМ-96. Называют его урологический. То есть этот ЭПАМ, если у вас есть какие-то проблемы с почками, циститы, вот этот ЭПАМ. Что значит ЭПАМ? У нас целая линейка ЭПАМов. Это такие добавки на основе прополиса и пчелиного молочка. Стоят они вообще, знаете, если честно, я раньше вообще не верила, что за 240 рублей может быть что-то стоящее, да? Нет, вот этот ЭПАМы у меня есть, и 4, и 31, и 24, отлично действует. А вот сейчас очень актуально ЭПАМ 7, это противовирусный, то есть мы принимаем его всей семьей. Благодаря ему у меня ребенок не заболел. Но моя любимая рубрика, это косметика, все, например, знают. Так, у меня тут Алекс пришел, Дина. Вот, мицеллярная вода. Мицеллярная вода для снятия макияжа. Мы все прекрасно знаем, что очень... Нет, Алекса, не трогай, дверку закрой. Что очень важно очищать кожу. Мы все наносим косметику, вот как я очень люблю. Для отличного очищения вот подходит вот эта мицеллярная вода. Один из этапов очищения, подчеркну, потому что их должно быть несколько, если вы хотите хорошую кожу. Я как-нибудь сделаю эфир по поводу очищения всего, то есть у меня есть уже задумки. Вот эта мицеллярная вода, она чем хороша? Вот с моей точки зрения. Вот у меня чувствительные глаза. У меня бывало так, я беру какую-то мицеллярную воду или молочко, начинаю смывать глаза, и все, и начинается аллергия. Вот эта мицеллярная вода мне подошла идеально. Я пользуюсь ей уже 5 месяцев. Вот у меня одна только закончилась, вот эту я взяла вторую. То есть, сами понимаете, какой расход, а стоимость в районе 700 рублей. То есть, в принципе, очень выгодно. Так, это омолаживающий тоник Софтер. Это еще из одного этапа очищения кожи. Это тоники. Они есть различные, они есть матирующие, увлажняющие. Мне вот этот нравится омолаживающий, так как я уже не девочка. То есть он мне очень нравится, очень подходит. Вот, кстати, тоже предыдущий я брала 5 месяцев назад. Вот взяла, заканчивается. То есть сами понимаете, да, какой расход. Вот тоник для лица антиоксидантный. Это у меня клиент заказал. Он сейчас по акции вообще 305 рублей.
То есть он тоже отлично очищает, а также тонизирует кожу. Он с морской водой, цветков донника и липы. То есть он улучшает состояние кожи, снимает отечность и оказывает выраженное антивозрастное действие. Он, в принципе, вот я хочу его тоже попробовать, да, и сравнить вот с тем с тоником софтером омолаживающим. Потом вам расскажу, какой вывод я сделала. Вы знаете, сибирское здоровье у нас такое расширенное. У нас есть продукция на все. То есть и дезодоранты, и шампуни, и БАДы, и витамины, и крема. Вот это я вообще очень люблю. Шампунь от Перхоти. Вот линейка шампуней у нас такая обширная. У нас есть и восстанавливающие, и для объема, увлажняющие. Я их очень люблю. И вот у меня клиент обратился, что у него перхоть. Вот мы хотим попробовать вот этот. Я вам обязательно расскажу отзыв, да, что у нас получилось и как он, потому что я лично его взяла первый раз. Но судя по тому, что другими шампунями я пользуюсь уже давно, и моя семья, то есть я думаю, не должен быть. Вот это мой любимый кондиционер увлажняющий. Ну да, у нас есть для объема кондиционер, есть маска восстанавливающая. Вот этот кондиционер, почему я люблю, особенно сейчас. Все мы знаем сейчас, отопление, шапки, зима. Вот этот кондиционер и шампунь увлажняющий мне очень нравится вот именно в это время. То есть кондиционер просто отличный. То есть я вообще рекомендую попробовать серию для волос нашу, то есть и оценить, потому что до этого я пользовалась, ну, такими дорогими марками. Перейдя на наши шампуни и кондиционеры, я поняла, что разницы нету. Так, вот теперь мне попался бальзам Живокост. Что мы им мажем? Да все, что болит. Болит спина? Мажем. Болит колено? Мажем. Мышцы потянули? Мажем. Шею потянули? Мажем. Это такой легендарный бальзам, он подходит везде. Стоимость его, вот, зелененького, по-моему, 300 рублей. Но мажем все, что болит. Но опять попалась моя любимая. Это криолифтинговая маска. Я могу вообще о косметике сибирского здоровья разговаривать вечно. Наверное, многие уже знают, да, потому что она мне реально нравится. Криолифтинговая маска для лица. У нас она была раньше просто криолифтинговая. Сейчас она с морскими водорослями. С морскими водорослями, скажу честно, мне нравится больше. Смотрите, у кого есть такая маска, вы ее положите перед применением на 5 минут в холодильник, а лучше в морозильник. И когда вы ее достаете, она такая холодненькая. Вот эта маска, она снимает отечность. Она разглаживает кожу. Она реально разглаживает. Это, знаете, я бы еще ее назвала, как ее говорят, вот такая коробочка такая, патч на все лицо. Вот эта маска, 630 рублей. Расход тоже минимальный, то есть ее надо совсем немножко. Но сами знаете, какие сейчас везде цены. Так, мультиактивный крем для шеи и декольте. Честно сказать, его еще не пробовала, это новинка. Но вот эта золотая серия, она с медом. И у ней такой запах, да, приятненький. Вот взяла попробовать, расскажу. Ничего пока не могу сказать вам. Сказать, он классный или не классный, не могу. Так, пенка для умывания увлажняющая. Я вам говорила, что этапов очищения кожи, их несколько. То есть тоник, мицеллярная вода я вам показывала. Пенка. Когда вы умываетесь, то есть, чтобы отлично очистить кожу, то есть, да, мы можем умыться просто водой, но мы не очистим поры. Да, в молодости это не так заметно, но когда вам будет за 40, то есть ваша неочищенная кожа вовремя приведет к различным проблемам. Поэтому мы применяем пенки, масла для умывания. Пудры я еще люблю. К сожалению, очень жалко, что в компании «Сибирское здоровье» нет пудры для умывания. Я тоже их люблю. Я как-нибудь покажу вам все этапы очищения, которые у меня есть и что я применяю. Пенка для умывания увлажняющая. То есть вот она тоже стоит не больше 400 рублей, ее хватает надолго. Вот видите, какая упаковка. То есть она с соком алоэ, молочной кислотой. Она с кислотой, то есть молочной, то есть нежная кислота. Она отлично очистит вашу кожу. То есть не просто, а алоэ, оно, как вы знаете, увлажняет кожу всегда. Так, ну что, у меня, похоже, все только лечебное осталось для вам, для обзора. Бальзам для тела с камфорой и комплексом растительных экстрактов. Вот я вам показывала Живокост, да, у нас очень различные есть бальзамы, да, вот Живокост я вам показывала, которым мажем.
Вот эта серия, бальзам для тела с серой и камфорой, то есть это греет. Вот живокост вот этот вот, ой, сейчас, для тех, кому нельзя греть. Но если вы хотите, чтобы вашу спину, шею погрели мышцы, то вот такие вот, коричневая серия. Кстати, в живокосте есть тоже второй бальзам, он тоже именно греет. Это тоже мажем, заболела спина, шея, рука, мышцы, ребенок потянул ногу, вот. Не знаю, я почему-то больше люблю вот эти коричневенькие. Так, что у меня тут? Это синхровитал, серия синхровитал. Она включает несколько видов, есть для мозга, для глаз есть, есть для печени, для сердца. Вот у меня четвертый, для печени. Недавно общалась с врачами горячей линии и на учебе, и сказали, что вот, например, даже если у вас какие-то женские заболевания, рекомендуем почистить печень. Там щитовидка, рекомендуем почистить печень. То есть у нас очень многие процессы в нашей жизни связаны именно с печенью. Вот это очень отличный комплекс, показал себя по отзывам, по всему, я сколько смотрела, читала, то есть именно по печени. А для печени у нас также есть чай. Есть тот же ЭПАМ, который я вам показывала, 96-й для почек, есть такой же печеночный. Вот этот БАД и все средства для печени я проверила на своей маме. У нас были большие проблемы с печенью. Мы вытащились на этих препаратах. То есть я брала синхровитал. Вот до сих пор она у меня пьет печеночный чай. И до сих пор она у меня принимает ЭПАМ 4. Анализы у нее по печени стали идеальные. Поэтому, если кто-то не верит, да, я в это поверила на опыте. Органический кальций. Вы знаете, у нас, например, даже кальций, магний, он не чистая. Вот кальций. Он сделан с теми элементами, которые помогают усваиваемости кальция. Ведь бывает, вы прекрасно знаете, там, почему не усваивается железо. Или, например, вот с коллагеном нужен витамин С обязательно, чтобы усваивалось. То есть вот именно тут сразу комплекс. Вот тут витамин D, B, C, цинк и марганец. Вот это целый комплекс, но основной компонент это кальций. То есть тоже стоит в районе 400 рублей, то есть тут 60 капсул, по-моему. Вот сейчас он был, кстати, по акции, вообще 390 рублей. Вот очень замечательно для... Ну, кальций мы все знаем, для зубов, для костей. Так, что у меня осталось? Осталась у меня северная омега. Вот честно сказать, я очень много различной омеги принимала, и я постоянно ее пью, так как уже не молодая. Поэтому вот в нашей омеге мне еще нравится очень состав. То есть он... Сама омега, да, из чего? Вот спрашивают, да, часто. Это сверхчистый комплекс омега-3 Швейцария из жира глубоководных морских рыб. То есть доза тут 990. То есть профилактическая доза у нас состоит в 3 капсулах. То есть я вот принимаю 3 капсулы, мне достаточно. То есть вот омега. Вот сейчас, кстати, она тоже по акции пока до конца недели. Так, восстанавливающий гель с пантенолом. Вчера я про него рассказывала нескольким человекам. Но летом он замечательно там, когда укусили насекомое, все... ожоги от солнца. Как мы можем применять его сейчас? При любом обветривании. Вот, например, у меня у ребенка губы обветрились. Мы помазали им, все замечательно. У меня руки бывают сохнут, обветриваются там на морозе, где. То есть мажу им замечательно. А мама у меня применяет, знаете как? Она мажет пятки, которые трескаются. У нее зажили все трещины, пятки стали гладкие. Ну, потому что тут пантенол. То есть вот такое, знаете, многогранное применение. Я даже слышала, что одна девушка недавно намазала морщины. И она была удивлена, что они у нее так хорошо разгладились. Начала мазать вот этим пантенолом. Я, конечно, не рекомендую не по назначению мазать все-таки. Но вот такая была история. Пихтовый бальзам для растирания. Ну, это вы всегда прекрасно знаете. Помните, раньше были в аптеке всякие доктор Мом растирашки. То есть мы мажем грудь, спину, когда болеем. При простуде, переохлаждении. То есть очень такой вкусненький. Тут даже есть экстракт красного перца. Поэтому эфирные масла, чтобы кожа не сохла после этого. Знаете, очень такой, мне очень нравится запах прям. И разогревает очень замечательно.
Ну, тут у меня совсем немножко уже осталось, так омегу я вам показывала. А, вот напиток, да, вот сейчас он тоже по акции, да, напиток «Откачай холестерин». Этот напиток для сердца, для сосудов, что хорошо, он без сахара. То есть бывает часто, что есть такие вещи, которые для сосудов, для сердца, но не с сахаром. Но если пожилые даже люди склонны к диабету, то есть им нежелательно. Вот он без сахара. У него вот такие вот удобные стики. Я даже беру на работу, то есть очень удобно в сумочку кинул, то есть не надо там что-то таскать. Разводится просто с водой, пьется. Очень приятный на вкус, да. Я почему, зачем сама пью сейчас его? Для того, чтобы в празднике наели всего, да, холестерин. Вот я даже проверять его не буду, но я знаю, что, наверное, куда-то он зашкалил. Поэтому вот такой напиток. Он, знаете, с овсом. То есть он и чистит, и убирает. Очень замечательный напиток. Он, кстати, сейчас по акции 2 штуки. Ну, получается, 1600, что ли, 2 штуки. Так, ну, у меня осталось совсем немножко вам для обзора. Ну, это мармеладки. Так, есть. Да, то есть если полный, да, омеги 3 капсулы. Но я их не знаю, полные, я не полная. Сейчас, наверное, после праздников можно сказать полная. То есть, в принципе, у меня вот получается моя доза 1000 единиц. Я, в принципе, чувствую себя нормально, мне достаточно. Но если я начинаю пить какие-то витаминные комплексы, где есть омега тоже, да, я снижаю дозу, то есть. Я эту омегу не пью, то есть, потому что у нас есть витаминные комплексы, боксы, прям вот собранные. То есть там, например, по 3, по 4 капсулы в пакетиках, и там, естественно, есть омега. Тогда я эту омегу не пью, то есть передоз мне тоже не надо, то есть различных. То есть я смотрю по составам. Мармеладки. Это вообще моя любовь, моя и многих клиентов, и моих детей, и вообще. Они у нас различные. Самое интересное. Вот, например, черника. Вот тут 18% от нормы антоциана. Антоцианы, как я понимаю, это нужны для нашего зрения. То есть тут 18%. То есть вот очень они такие вкусные, да? Вот беда одна с ними, да? Если ее откроешь, эту пачку, невозможно остановиться. Вот это очень плохо. Может быть, надо было тоже в пакетиках сделать, как комплексы. Вообще невозможно остановиться. Вот это с черникой. А есть с витамином С, с биотином для красоты кожи, есть с шиповником. То есть очень различные. Очень мне нравятся такие мармеладки с прополисом, когда вот в декабре все болели, горло, все. То есть очень замечательно, они помогают. То есть от боли в горло, горло начало болеть. Ну, еще один у нас помощник для горла есть при ангинах, при всем. Это полоскание вообще отлично. Любую ангину снимает. А вот мармеладки с прополисом тоже. Вот это у меня еще с коллагеном. Вот это у меня бьюти-мармелад. Он с коллагена. Тут 320 миллиграмм коллагена в 4 мармеладках. С облепихой. Тоже очень вкусный, да, я. Ну и тяжелая артиллерия. Косметика премиум класса. Вот это сыворотка. Эспиральта хронолонг. То есть вот эта коричневая серия, она уже премиум. Если вы ее попробуете, да, то есть с чем ее могу сравнить? С такими, как дорогими брендами, Вильмонт. Ну, то есть дорогими кремами, которые стоят хороших денег сейчас. Вот эта серия, она и Бионетика есть еще серия, она подороже. Но вот эта мне очень больше подошла, даже лучше, чем Бионетика, которая стоит у нас очень, ну, тоже я скажу, недешево, 6 тысяч. Вот эта серия, она... По цене ниже, но по качеству мне понравилось. И, ну, понимаете, у всех разная кожа. Мне лично вот это подошла больше. Есть тут у нас увлажняющая сыворотка и крем. Есть сыворотка, сужающая поры и крем. Вот у меня крем такой есть. Я взяла сейчас себе сыворотку, потому что идет акция. Да, многие скажут, ну, не дешево. Там он стоит сейчас по акции, по-моему, 2 с чем-то тысячи. Но вы знаете, то есть, когда тебе за 45 уже... не экономишь на таких средствах. Ну, потому что я вижу результат, да. И я, кстати, показывала состав своему косметологу. Она одобрила, сказала, да, то есть она мне хотела какие-то немецкие порекомендовать, все, но посмотрев на мой уход, она сказала, оставляй. То есть, поэтому. Я еще успокоилась, подумала, что я сделала правильный выбор.
Вот такой обзор. Тут было и косметика, и для волос, и для здоровья, и детские витамины. Небольшой я сделала, ну, может, большой. Вообще, в сибирском здоровье огромный ассортимент продукции, да. Вот Наташа пришла, да, жалко, что не во всех городах у нас ассортимент пока большой, то есть не во все города завозят, но мы всегда можем заказать через интернет-магазин того, чего нету. Да, мне приходится тоже часто заказывать через интернет-магазин доставку, где-то у меня проходит от 3 до 6 дней. Мне приходит вот в мой магазин «Пятерочка», который около дома, я там забираю. В принципе, условия доставки у нас различные службы, там и